Марио Лемьё – один из величайших игроков в истории НХЛ, который, несмотря на обстоятельства и постоянные травмы с болезнями, продолжал радовать своей игрой фанатов хоккея по всему миру. За свою долгую профессиональную карьеру, полную взлетов и падений, великий канадец завоевал огромное количество разнообразных трофеев и наград. Но самое главное, своим примером хоккеист вдохновил многих маленьких мальчиков начать заниматься этим опасным, но зрелищным видом спорта. Одним из них как раз и стал будущий одноклубник Яромир Ягр. В этом выпуске, друзья мои, я расскажу вам о Марио Лемьё. Супер Марио появился на свет 5 октября 1965 года в пригороде канадского города Монреаль. Помимо Марио, в семье строителя Жана Ги и домохозяйки Пьеретты Лемьё были еще два ребенка, старшие братья Ален и Ришар. Уже в 3 года будущая звезда встала на коньки и вместе с братьями в подвале дома играла в импровизированный хоккей. Отец семейства был рад, что сыновья проявили интерес к спорту и всячески старался поддержать их в этом. В зимнее время года он заливал лужайку перед домом, чтобы дети могли в любое время играть и тренироваться. С ранних лет родители заметили в Марио невероятные способности к хоккею. После занятий в школе мальчик мог часами кататься на катке, отрабатывая дриблинг и удары. Первая команда юного вундеркинда стал детский клуб Hurricanes de Ville MR, выступающий в категории FMA. Вместе с командой Марио не только завоевал чемпионство города Монреаля, но и завел некоторые знакомства с будущими игроками НХЛ. Лемьё демонстрировал невероятную технику и результативность, забивая в каждой игре по 5-6 шайб. В 1980 году, в возрасте 15 лет, Марио оказывается в юношеской команде Монреаль Конкордия. Проведя в составе нового клуба сезон 80-81, молодому спортсмену удалось за 50 матчей регулярного чемпионата и серии плей-офф оформить 131 очко, 64 гола и 67 передач. После успешного старта Лемьё попадает в главную нью-йоркскую хоккейную лигу Квебека, в одну из самых сильных команд – в Уазаль де Лаваль, в составе которой игрок провел 3 потрясающих сезона. За 3 года в юниорской лиге Марио отличился феноменальной результативностью и даже побил несколько вечных рекордов. В сезоне 83-84 за 70 игр чемпионата Лемьё заработал 282 очка, опередив предыдущего рекордсмена Пьера Ларуша с активом в 252 очка. Также в этом сезоне был повержен рекорд Ги Лафлёра, который в свое время оформил за сезон 130 голов. За 3 сезона Лемьё провел в юниорской лиге 244 матча регулярного чемпионата и серии плей-офф, оформил 295 голов и 365 передач. За свою результативность хоккеист был удостоен высших главных наград лиги. Также спортсмен принял участие в молодежном чемпионате мира 83 года, где в составе сборной Канады завоевал бронзу турнира. За 7 матчей чемпионата форвард отметился 5 шайбами и 5 передачами. Благодаря значительным успехам юноши на родине, на драфте НХЛ 84 года за Марио Лемьё выстроилась целая очередь. Многие клубы мечтали заполучить себе столь результативного форварда. Однако сам спортсмен, как и любой канадский мальчишка, мечтал защищать цвета легендарных Montreal Canadiens. К сожалению, ни тем, ни другим не повезло. Счастливый билет вытянул Pittsburgh Penguins, которые завершили сезон 83-84 на последнем месте. И впервые в истории получили первый пик драфта. Quebec Nordiques предлагал пингвинам за вундеркинда 3 братьев частных, а Minnesota North Star и вовсе предложила все свои пики 84 года. Однако руководство пенсильванского клуба было непреклонным и оставило суперзвезду себе, чтобы в дальнейшем построить вокруг нее чемпионскую команду. Самого Марио подобный расклад не устраивал. Клуб-аутсайдер, финансовые проблемы и место расположения вдали от дома. Однако генеральный менеджер Питтсбурга Эдди Джонстон смог договориться с канадцем и подписать 3-летний контракт новичка, по которому Лемьё получал зарплату в $600 000 и плюс 150 тысяч призовых. В детских лигах нападающий выступал под номером 12 и 27, подражая старшему брату Алену. Однако в последующем, по рекомендации своего агента Боба Перно, Марио взял легендарный номер 66, который олицетворял полную противоположность другому великому канадцу. Грецкий являлся воплощением англоязычной части Канады, а Лемьё, наоборот, был представителем французской. Номер 66 неофициально выведен из обращения в НХЛ и официально в Питтсбурге и в сборной Канады. В истории НХЛ нередки случаи, когда высокооцененный игрок проваливался и не показывал того результата, который от него ждали.
Однако это не про Марио. В первом же матче против бостонских медведей, в первой же смене, первым ударом по воротам, игрок открывает счет своим голам. На первой домашней игре Питтсбурга был аншлаг. Весь город собрался на стадионе, чтобы воочию увидеть игру юного вундеркинда. И Лемьё их не подкачал, оформив в первой домашней игре шайбу и передачу. Также канадец стал первым новичком в истории лиги, который был удостоен награды лучшего игрока матча всех звезд, на котором хоккеист поучаствовал в первом же сезоне, отметившись двумя голами и одной передачей. Дебютный сезон в НХЛ форвард завершил с результативностью в 100 очков, что на тот момент являлось третьим результатом в истории лиги, и заслуженно завоевал приз лучшего новичка Calder Trophy. Лемьё не только буквально спас Питтсбург от банкротства, но и своей зрелищной игрой возродил интерес жителей к хоккею. После триумфального старта карьеры в НХЛ, Марио принял участие в чемпионате мира, который в 1985 году проводился в Чехословакии. Молодой канадец стал одной из ярких звезд турнира и помог своей команде завоевать серебряные медали чемпионата. За 9 матчей форвард заработал 10 очков, 4 гола и 6 передач. Сезон 85-86 стал для форварда еще более результативным, нежели предыдущий. За 79 матчей регулярного чемпионата Лемьё оформил 141 очко, 48 голов и 93 передачи. Однако завоевать главные индивидуальные награды ему не позволил Уэйн Грецки, который в этом сезоне поставил свой легендарный рекорд, оформив 215 очков. Несмотря на невероятную статистику молодого нападающего, этого не хватило, чтобы Питтсбург смог выступить в розыгрыше Кубка Стэнли. Перед стартом сезона 87-88 Супер Марио в составе сборной принял участие в домашнем Кубке Канады. В финальной части турнира кленовые листья с трудом в плотной борьбе одолели сборную СССР. За 9 матчей Кубка Лемьё отметился 18 очками, 11 голов и 7 передач. По завершению сезона 87-88, в результате которого канадцу удалось оформить 168 очков в регулярном чемпионате, Марио наконец смог потеснить с пьедестала главную звезду лиги Грецки. Лемьё впервые в своей карьере завоевал главные индивидуальные награды НХЛ – Hart Trophy, Art Ross Trophy и второй Lester Pearson Award. Однако главная задача так и не была выполнена. Клуб так и не смог выйти в плей-офф. На протяжении стартовых 4 сезонов в составе Питтсбурга канадец бился над решением проблемы выхода в плей-офф. Лишь в сезоне 88-89 Лемьё удалось воплотить задуманное в реальность. Благодаря невероятной результативности форварда, который за сезон настрелял 199 очков, спустя долгих 7 лет клубу из Пенсильвании удалось пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Первая попытка не увенчалась успехом. В 1/4 Питтсбург потерпел поражение от Филадельфии 3-4. За 11 матчей плей-офф Лемьё оформил 19 очков, 12 голов и 7 передач. За свою невероятную результативность в регулярном чемпионате канадец завоевал второй в карьере Art Ross Trophy. Кроме того, в канун Нового года, 31 декабря 1988 года, в матче против Нью-Джерси Дэвилс, Лемьё сотворил невероятное достижение, которое никто до него и после не делал. Нападающему удалось забить 5 шайб во всех возможных игровых ситуациях. Первые проблемы со здоровьем у форварда начались в сезоне 89-90. Сильные боли в спине настолько мучили Лемьё своими острыми приступами, что порой он не мог самостоятельно переодеться. А после игровых смен, прежде чем сесть на скамейку, некоторое время стоял у бортика, отдыхая. Несмотря на сильную боль, 31 октября 1989 года в матче против Los Angeles Kings канадец начал свою великолепную результативную серию, которая завершилась 14 февраля следующего года в матче против Рейнджеров. Сильные боли в спине не позволили форварду продолжать матч. Результативная серия Лемьё насчитывает 46 матчей и является второй в истории НХЛ, уступив лишь другому великому канадцу Уэйну Грецки с результатом в 51 матч. Из-за отсутствия своего лидера пингвины не смогли пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. 11 июля 90 года форварду была проведена операция. Несмотря на положительный отзыв врачей, боль в спине не ушла. Более того, выяснилось, что во время проведения процедуры в рану была занесена редкая инфекция, которая приковала Марио на несколько месяцев в больничной койке. В результате череды несчастных событий, многие считали, что спортивной карьере 25-летнего спортсмена пришел конец. Выйдя на лед в январе 91-го, Лемьё доказал всем обратное. После полугодовой реабилитации нападающий в первой же игре оформляет 6 очков, 2 гола и 4 передачи.
А в оставшееся время сезона 90-91 канадец за 26 игр наколотил 45 очков. Питтсбург образца начала 90-х мало напоминал команду, в которой начинал свою карьеру спортсмен. Благодаря костяку в лице Пола Коффи и Лэри Мерфи, а также новоприбывшим Яромиру Ягру и Марку Рекке, у Лемьё и у пингвинов появился реальный шанс на завоевание заветного Кубка Стэнли. Как словом, так и дело. Обновленный состав клуба из Пенсильвании вихрем прошелся по всей сетке плей-офф, поочередно выбивая Нью-Джерси, Вашингтон, Бостон. И в финальной схватке была повержена Миннесота 4-2. Лемьё вместе с командой не только завоевали заветный командный трофей, но и за свою результативность канадский нападающий также был удостоен главной награды плей-офф – Конн Смайт Трофи. В 23 матчах розыгрыша Кубка Стэнли игроку удалось оформить невероятные 44 очка, 16 голов и 28 передач. Старт сезона 91-92 был омрачен внезапной гибелью главного тренера команды Боба Джонсона. Супер Марио даже задумался о завершении карьеры. Однако с приходом на тренерский пост легендарного Скотти Боумана ситуация изменилась и команда вновь заиграла. Из-за постоянных болей в спине канадец время от времени пропускал игры. Но это не помешало ему за 64 матча регулярного чемпионата заработать 131 очко и завоевать очередной приз лучшего нападающего лиги Арт Росс Трофи. Также в этом сезоне Лемьё достиг рубежа в 1000 результативных очков. На это ему понадобилось 513 матчей. Быстрее Марио был только Грецки с результатом в 424 игры. В следующем розыгрыше Кубка Стэнли Лемьё с командой вновь были неудержимы. Несмотря на вечно преследующие игрока боли в спине, а также сломанное запястье, которое ему в 1/4 финала сломал один из игроков Рейнджеров, Супер Марио вместе с Питтсбургом второй год подряд завоевывает главный командный трофей лиги. Помимо прочего, за свою результативность, канадский нападающий второй раз подряд был удостоен звания лучшего игрока плей-офф. Таким образом, на тот момент Лемьё стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, кто удостаивался Конн Смайт Трофи 2 года подряд. До него единственным обладателем подобного достижения считался вратарь Филадельфии Берни Парент. В последующем к клубу избранных присоединится Сидни Кросби. После 2 подряд взятых кубков Стэнли, в следующем году Лемьё с компанией настроились на 3-й трофей к ряду. Старт сезона 92-93 у Питтсбурга выдался крайне результативным. Супер Марио набирал в среднем по 3 очка за игру и шел по графику рекордов Грецки по количеству заброшенных шайб за сезон, а также общее количество набранных очков за сезон. К сожалению, новым достижением не суждено было случиться. В январе 93-го во время медицинского обследования у спортсмена обнаруживают лимфому Ходжкина. Под угрозой оказалась не только карьера хоккеиста, но и его жизнь. Многие люди, узнав о столь страшном диагнозе, скорее всего бы сдались. Однако Марио Лемьё немногие. После 2 месяцев химиотерапии канадец буквально сбегает с больничной койки, чтобы помочь своему клубу, который к тому моменту прилично сдал. Первый матч после лечения состоялся 2 марта 1993 года против Филадельфии. Марио отметился голом и результативной передачей. А по завершению поединка весь стадион Вакуумия Центр стоя аплодировал великому канадскому хоккеисту. После возвращения в строй Лемьё за 16 оставшихся игр чемпионата набирает 51 очко. И с результатом 160 баллов за 60 матчей выигрывает 4-й Арт Росс Трофи. Также спортсмен завоевывает 2-й в карьере Харт Трофи, 3-й Лестер Пирсон Эворд и впервые NHL плюс-минус Эворд. Кроме того, за свою мужественность и преданность хоккею Лемьё был удостоен трофея Билл Мастертон Трофи и звания лучшего спортсмена Канады, приз имени Лу Марша. Кроме огромного количества индивидуальных наград, игрок вместе с командой завоевали президентский кубок. Однако в розыгрыше Кубка Стэнли их ждала неудача. В 1/4 финала плей-офф против островитян пингвины сражались до последнего вздоха и проиграли в овертайме последнего 7-го матча серии. 23 июля 1993 года Лемьё перенес еще одну операцию на спине и пропустил стартовые матчи сезона 93-94. Однако после лечения спортсмен не смог долго играть. Больная спина продолжала давать о себе знать. Отыграв 28 матчей, нападающий объявляет, что берет паузу и пропустит следующий сезон. Спустя год реабилитации хоккеист возвращается в состав Питтсбурга. Возвращение получилось фееричным. За 70 матчей регулярного чемпионата Лемьё оформил 161 очко, 69 голов и 92 передачи. Форвард не только установил несколько личных рекордов и рекордов лиги, но и завоевал очередные индивидуальные награды НХЛ.
3-й Hart Trophy, 5-й Art Ross Trophy и 4-й Lester Pearson Award. К сожалению, в розыгрыше Кубка Стэнли пингвинам немного не повезло. В полуфинале плей-офф они в упорной борьбе проиграли Пантерам 3-4. Сезон 96-97 Лемьот играл несколько хуже, чем обычно. За 76 матчей регулярного чемпионата форвард наколотил 122 очка, 50 голов и 72 передачи. А после вылета из первого раунда плей-офф и вовсе объявил о завершении карьеры. Однако долго оставаться в стороне от любимого дела у игрока не получилось. Во-первых, Питтсбург задолжал форварду огромную сумму денег, которую спортсмен в последующем обменял на акции клуба и стал совладельцем. Но главной причиной возвращения стал 4-летний сын хоккеиста, который мечтал вживую увидеть, как играет папа. Триумфальное возвращение легенды состоялось 27 декабря 2000 года в матче против Торонто Мэйпл Ливс. Оформив за игру гол и отдав две передачи, Марио доказал, что не стоит списывать его со счетов. По результатам сезона 2001 года Лемьо за 43 матча регулярного чемпионата оформил 76 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли пингвины дошли до полуфинала, где не смогли найти ключ от ворот одного из лучших голкиперов в истории НХЛ Мартина Бродера. Для Лемьо эта серия плей-офф стала последней в карьере. В дальнейшем форварда пенсильванской команды продолжали преследовать боли в спине, которым добавились разнообразные травмы. Да и дела у клуба шли не очень важно. После увольнения главного тренера и продажи одного из лидеров команды Яромира Ягра, Питтсбург опустился на дно турнирной таблицы. В итоге сезона 2001-2002 Лемьо отыграл 24 матча, в которых заработал 31 очко. Несмотря на трудности и невзгоды на своем пути, хоккеист осуществил свою давнюю мечту и выступил на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где сборная Канады праздновала триумф. Лемьо выбрали капитаном команды, и за 5 матчей, проведенных на турнире, он отличился 6 очками, 2 гола и 4 передачи. Сезон 2002-2003 стал последним результативным в карьере великого хоккеиста. За 67 матчей регулярного чемпионата Лемьо оформил 91 очко, 28 голов и 63 передачи. Однако этого не хватило, чтобы команда смогла выступить в серии плей-офф. Последние 2 сезона НХЛ в карьере Супер Марио выдались крайне печальными. Из-за постоянных болей и травм легендарный хоккеист смог выйти на лед лишь в 36 матчах, заработав в общей сложности 31 очко. Последним международным турниром, в котором принял участие спортсмен, стал Кубок мира 2004 года, где вместе со сборной Канады Лемьо в последний раз праздновал триумф. За 6 матчей турнира форвард отметился 5 очками, 1 гол и 4 передачи. Профессиональная карьера Марио Лемьо уникальна. Несмотря на постоянные травмы и серьезные болезни, великий канадец продолжал свою битву, каждый раз радуя своей игрой миллионы фанатов по всему миру.